Организатор акции – Управление массовых коммуникаций и Первый городской канал по инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова. Юкляевский Андрей Васильевич призван на фронт в октябре 1941 года, был старшим сержантом медслужбы. Боевой путь прошел от стен Москвы до Восточной Пруссии. Закончил войну в Кёнигсберге в сентябре 1945-го. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу за взятие Кёнигсберга. Воспитал вместе с женой 4 детей. Умер 9 мая 1988 года. Гирев Михаил Федорович родился в 1925 году в Свердловской области. Ушел на войну в неполные 17 лет. Был автоматчиком, брал Варшаву, Киев, форсировал Днепр. В 1944 году получил пулевое ранение, после которого продолжил службу в танковом десанте. Участвовал в штурме Берлина с северной стороны. Был контужен, демобилизован в 1946 году. Был награжден орденом Красной Звезды и Отечественной войны первой степени. Получил две медали за отвагу, медаль за освобождение Варшавы, за победу над Германией. Умер в 95-м году в Орлове. Барамзин Сергей Тимофеевич родился в деревне Барамзы Слободского района Кировской области. Призван на службу в 1942 году. Был артиллеристом 8-й гвардейской армии. Также эвакуировал с линии фронта свыше 120 больных и раненых лошадей. После полученного ранения служил писарем при штабе. Был награжден медалью за боевые заслуги. Умер в 1994 году. Барамзин Дмитрий Михайлович призван на службу в июле 1941 года. На фронте был водителем 1088-го стрелкового Белостокского полка. Во время наступления бесперебойно доставлял боеприпасы и продовольствие на передовую. Погиб 10 февраля 1945 года в Германии. Захоронен в Бранденбурге. Был награжден орденом Красной Звезды. Шишкин Виктор Андреевич, чтобы пойти на фронт, добавил себе возраст. В итоге ушел на войну в 17 лет. Был связистом. В феврале 1945 года устранил под огнем противника 7 прорывов. Дошел до Латвии. Его война закончилась 23 мая 1945-го. Был награжден орденом Красной Звезды.